Всем добрый день! Данное видео посвящено такой теме, как пест-контроль. Пест-контроль – это профессиональная борьба с вредителями посредством комплекса мер, направленных на уменьшение или полное уничтожение насекомых, грызунов или бактерий. Грамотно составленная и реализуемая система пест-контроля позволяет избежать огромных убытков, порчи, потери продукции и разочарованных клиентов. Наша организация, предоставляющая услуги пест-контроля, составляет специальные индивидуальные рекомендации для каждого клиента. В них прописывается строгий объем работ и строгие сроки исполнения. В чем отличие пест-контроля от дератизации, дезинсекции и дезинфекции? Во-первых, пест-контроль – это не разовое одномоментное уничтожение всех видов вредителей на объекте. В работы входит оценка рисков, разработка мер защиты, профилактики и предупреждение заражения объекта вредителями. Постоянный мониторинг и контроль ситуации на объекте. Во-вторых, наши специалисты налаживают систему защиты объекта для предотвращения случаев масштабного проникновения вредителей на объект. В-третьих, заказчик избегает возможной остановки производства, имеет хорошо налаженную систему защиты своего предприятия, либо объекта, либо завода, в которой основной упор делается на борьбу с причинами, а не со следствием. Что касается обработок пест-контроля по насекомым и грызунам, используются специальные ловушки. Как только насекомые или грызуны попадают на ваш объект, они тут же попадаются в эти ловушки и остаются там. Что касается обработок по грызунам, используются специальные приманки в виде пакетов и брикетов. Раскладываются на специальные удобные подложки. Грызуны, попадая на ваш объект, поедают эту приманку, выходят на улицу и там погибают. Специальный гель для борьбы с муравьями и тараканами наносится в местах наибольшего скопления насекомых, в санузлах, под раковинами, за унитазами и так далее.